Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопи Джанно Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча калпатарувасча кипасинду бхавича патитананг бхавоне бхавишна бибхьо намо нама мукан кароти вача ланг пангун ланг хайте грим ят кипатам ханг ванде парама ананда мадхавам Бриндавай Тулсидев Вайпьявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Жайо Мудирай Санкиртане Кришна Катхопадеша Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Бисвуриджита Кимапикапу Душвадарши Пурнану Рагараса Сагара Сарамурти Сарадхикамуи Кадакипам Курус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Харе Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламмита бхужау канака бодато Санкиртанай капитару камала ятакшо Вишамбару дижавару джугадхарма пало Банде джагат приякару Каруна Аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаям Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джушша Бадане Лакшмир Джаша Ча Бхакшаши Джасьясте Хидхе Самбит Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама
дургаме патиме андхасьо скхалат пад гатер муху кипая саджасти данино сантаха санту аваламманам. Дургаме патиме андхасьо скхалат пад гатер муху кипая саджасти данино сантаха санту аваламманам. Горья Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told, Jagadguru told, so long people are going to depend upon their own power, own intellect, up to then they cannot meet with Sadguru. Горья Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что до тех пор, пока люди зависят, полагаются на свои собственные способности, на свою собственную силу, на свой интеллект, на свой разум, на свои способности, до тех пор они никогда не смогут встретиться с подлинным Садхгуру. Это невозможно. Когда наши уши, они не находятся в подчинении нашего ума, когда наши глаза не сотрудничают с нашим умом и другие органы чувств, но смысл в том, что если мы не подчиняемся нашим органам, нашему материальному уму, то тогда мы сможем начать харибаджан. Наш материальный ум всегда хочет поместить нас в какие-то проблемы, чтобы мы отклонились от пути баджана. И мы знаем, если сатимати, это на санскрите значит благочестивый ум, есть такой целомудренный ум и нецеломудренный. Целомудренный благочестивый ум значит, когда наш ум чист, когда он благочестив, это значит, что наш ум, он стремится по направлению к своему господину абсолютному, господину Бхагавану Шри Кришне. А когда наш ум не целомудрен, то он, соответственно, стремится от Кришны в какую-то сторону. А если целомудрен, он подобен благочестивой целомудренной женщине, которая думает только о своем муже и ни о ком ином. Это главный признак. И Шрила Прабхупад говорит, когда все наши органы чувств, они будут стремиться к Верховному Господу, то в этом случае, тогда с помощью Садгуру мы сможем достичь умиротворения нашего ума. Садгуру — это ключ ко всему. И вот эта шлока, с которого начал Шри Читани Чайтамрита. Путь баджана, он очень сложен. Если кто-то думает, как сейчас, смотрите, какая погода, гуру вайшнавы не подвержены влиянию этого, они совершают внутренний баджан, который не зависит от того, холодно ли на улице или жарко. Dangerous, so full of, you know, problem, countless problem you cannot count, problems in your life.
В нашей жизни иногда множество препятствий на пути баджана возникает. Иногда их очень много. Это проверка для нас, сможем ли мы пройти это испытание. Бхагаван, он проверяет нас, он посылает нам испытания. И поэтому Прабхупада Сарасвати Пад уже сказал такие слова. И вот он сказал, кому-то неудобно при температуре 6 градусов, а какие-то люди живут в более суровых условиях где-то на севере. А если вы поместите Кришну внутри своего сердца, то тогда никакие проблемы не будут беспокоить вас. И вот Прабхупада Сарасвати Пад. Дургаме пати ме андхасо скхалат падагатер муху. I can explain. Like Prabhupada Sarasvati was speaking. Как Прабхупада Сарасвати Пад говорит такие слова, что на пути бхакти, путь баджана, он усеян колючками, которые олицетворяют собой различные проблемы на этом пути, различные препятствия, трудности. Если вы сможете продвигаться, избежав и преодолев все эти неприятности и препятствия, то божественная помощь, она придет к вам. Пока вы пассивны, то божественная помощь, она не придет к вам. Когда Верховные Господь, Гуру Вайшнава и Бхагаван, они видят, с какой самоотверженностью вы совершаете служение, и стремитесь к ним, то тогда божественная помощь, она автоматически придет к вам, иначе нет. И вот Прабхупада Сарасвати пишет такие слова. Эта шлока, она очень важна. Здесь говорится, вот Дургам, значит, этот путь бхакти, он полон различных проблем. Их сложно все преодолеть. И в этом случае я также слепы, это дорога. Путь бхакти, он очень опасен, очень сложно пересечь. И в то же самое время мы слепы, в смысле, что у нас нет татвагьяны. Эти материальными глазами мы можем видеть только материальные вещи. У нас вот глаза, но если мы этими глазами можем видеть только материальные вещи, то что толку от этого? У нас нет татвагьяны. Это если у нас... Здесь имеется в виду, что если у нас нет татвагьяны, то это значит, что мы буквально слепы. Этот путь бхакти, он полон опасности. Он также очень скользок. Думаете ли вы, что я говорю какую-то ложную философию? Нет, я говорю о своем собственном опыте. Множество проблем возникает по дороге, по пути бхакти. Я видел, что сегодня один преданный, не сегодня, вчера буквально слушал харикатху, совершал множество служений, а тут внезапно пал.
это тоже из-за каких-то трудностей, проблем на пути баджана, и таких случаев множество. Даже иногда кто-то из нашей гуру-варги проявляет такую лилу. Я чувствую страх и хочу принять прибежище у гуру вайшнавов из-за своей беспомощности. Я боюсь майю. Не верьте себе относительно майи. Не думайте, что вы можете преодолеть майю. Это не так просто, иначе майя, она будет с двойной силой влиять на нас. Ведь мы должны молиться гуру вайшнавам всегда о нашей защите. Даже Шанкар Бхагаван, даже Индра, Варуна, они все, множество риши муни, они попадают в какие-то переделки, иногда что-то происходит с ним, поэтому мы должны предостеречь себя, защитить себя от майи. И что это? Это принятие прибежища у Гурупад Падме, у Садгуру. И та шлока, с которой начала, она очень важна. Мы должны помнить ее до последнего момента нашей жизни. Кто-то сегодня совершает баджан, совершает джапу, завтра уже не может, какие-то материальные мысли отвлекают его, какие-то беспокойства и прочее. Такое бывает, к сожалению. И никто не застрахован от падения с пути баджана. Путь баджана очень скользок. И что же делать? Гуру вайшнава, они могут дать нам милость в виде какого-то посоха, чтобы мы, нам удобнее было идти по этому пути баджана и более безопаснее. Кипая, саджости, кипая, саджости данену. Крипа — милость. Крипа значит милость. Вот Махарадж приводит пример, как с посохом иногда проще ходить, особенно где скользко или лед какой-то, снег. И мы хотим обрести помощь и поддержку гуру вайшнавов. Это единственный путь. И вот мы хотим говорить о славе гуру вайшнавов, которая может принести достаточно милости и даровать нам силу на пути баджана. И поэтому мы не можем избежать обсуждения славы гуру вайшнава в их дни явления ухода, слушая и говоря об этом. Это дарует нам бесконечную милость. Они пошлют эту милость с вечного духовного мира. И поэтому, вне зависимости от того, холодно или жарко, мы должны слушать Харикатху. Встретиться с Харикатхой значит встретиться с Бхагаваном. Если мы сможем встретиться с подлинной Харикатхой, с апракой, с трансцендентной Харикатхой, которая исходит из сердца чистого вайшнава, и мы ее всем сердцем примем ее, то это значит, что вы встретитесь с своим Бхагаваном в форме звука Шабда Брама. Мы должны помнить об этом и не забывать встретиться, принять, подлинно услышать подлинную Харикатху. Это значит, что вы встретились с самим Бхагаваном в форме трансцендентного звука. Сегодня Тирабхавтити Шрилы Джагадиш Пандита. Великого спутника Гауранги.
день ухода великого Гауди Таттвачарьи Шрилы Дживы Госвами Пада. И в начале всего я хочу сказать что-то о Джагадиш Пандите Махашое. И Джагадиш Пандит, он вечный спутник Гауранги Махапрабху. И Шрила Джагадиш Пандит, он вечный спутник Бхагавана. Его титул был Бхатта. Бхатта. Джагадиш Бхатта. Тайтл — это фамилия. Его отца звали Камалакша Бхатта. Он родился в Асаме, в Гуахате. Там около Гуахати. Но он вечный спутник Гуранги, не столь важно, где он явился. И в итоге они пришли сюда и жили на берегу Ганги. И брат Джагадиш Пандита, Махеш Пандит. Он тоже вечный спутник Гуранги. Их Шрипат. Один в Джашре, в Чагде, в Чакрадахе. Вот он там жил на пути в Калькутту. Там это место Чакрадаха. Я хочу объяснить значение этого слова. Когда наш Ману Махарадж был занят чтобы разровнять землю. Вот он на своей колеснице ехал, и здесь вместе под названием Чакрадаха, название позже получило, а вот в этом месте колесо его колесницы застряло в земле, в глине, и там осталось похоже. И название, соответственно, произошло. И потом еще Джаганнатх пришел в это место. Я объясню, как Махапрабху, вечный спутник Шримана Махапрабху, он решил поселиться рядом с Махапрабху, рядом с домом Джаганнатх Мишра. Он жил там какое-то время. Они пришли с Асама и жили здесь, в Майпуре, в Навадвипе. Совершали баджан. И в итоге что случилось? Когда Гуранга Махапрабху явился и вырос. И в этом случае однажды Махапрабху плакал. Махапрабху как бы плакал, но когда преданные начинали повторять Харинам, совершать кирдан, он прекращал плакать. Для того, делал это он для того, чтобы показать. То есть это был его стиль проповеди. И таким образом он проповедовал важность воспевания санкиртаны. Когда начинали воспевать святые имена, то он прекращал плакать, но однажды он плакал и не останавливался. И тогда, в то время, ну, он еще был мал достаточно, но все же мог говорить. Гора Гопала его звали. Все отцы, матери, они спрашивали, почему он плачет. Он не отвечал, и в итоге
Вы спросили, что он хочет, он сказал, что хочет принять прасад с дома Джагадиша. И тогда он успокоится, но и сегодня еще Экадаши был, он сказал, что сегодня в Экадашах, и все удивились, откуда он знает, что Экадаши сегодня вообще, и откуда он знает, что в доме Джагадиши Хирани, там предлагают Бхагавану множество подношений, и вот преданные пошли в дом этого Джагадиши проверить, что там происходит. И вот они пришли, проверили, действительно, там предлагал Господу множество подношений. И сказали, что Гопал все хочет это принять. Джагадиш Пандит, он знал же заранее, что Махапрабху явился в доме Джаганат Камишера. И когда они узнали, что Гопал плачет и хочет съесть весь их просад, что не предлагали Кришне, не без раздумий все это собрали и отдали ему. Гуру Гопал все это съел и перестал плакать. И таким образом Махапрабху хочет показал так, что Джагадиш Пандит его вечный спутник. И после этого Махапрабху, он вырос, совершал различные лилы. Я их ранее обсуждал, это обширная тема, мы ее пропустим. И после этого Махапрабху решил принять саньясу. И после принятия саньясы Джагадиш Пандит не мог потерпеть. Он плакал и плакал, как сумасшедший. Это было такое нестерпимое чувство. И в итоге, по указанию Чайтаньи Махапрабху Гауранги, Гауранга Махапрабху дал наставление Джагадишу, что можешь идти в Пури-Варису, Шикшетра в Пури и проповедую Харинам Санкиртан там. Махапрабху дал наставление Джагадиш Пандиту, что ты можешь идти и проповедовать Харинам везде. И тогда по указанию Гуранги Махапрабху он пошел в Пурушоттам Даму. И проповедовал славу Харинама там вот около Пурушоттам Дамы. И однажды в один день, по милости Бхагавана Шри Кришны, он почувствовал огромную боль разлуки с Бхагаваном, с Джаганатхом. И он каждый день ходил в храм Джаганатха, чтобы поклониться ему. И Джаганатх был очень счастлив, видя лицо Джагадиш Пандита. Его чувство было настолько сильно, что Джаганат явился к нему во сне и сказал: «Ты можешь взять меня в гору Даму. И Джаганат сказал, что хочет принимать служение от него, и поэтому он готов пойти с ним в гору Даму. Джаганат находится в Нилачале, в Пурушоттам Даме, в Пури. И он явился перед Джаганат Пандитом как Дару. Как Дару Брама. Как Дару Виграха. Виграха из дерева. Он был очень тяжелый. Джаганат Пандит сказал: «Ты хочешь, чтобы я понес тебя в гору Мандалу? Но ты необычайно тяжел. Как я могу?» Джагадиш еще до этого он приглашал Бхагавана, чтобы он принимал служение от него в прошлое, в гору Даме. И вот тогда Господь явился в форме Дару Брама
Джагадиш сказал, что уже пожилой, как я тебя понесу, ты очень тяжел. А в то время из транспорта только бычьи эти упряжки были. А еще там по дороге множество рек. И других препятствий. И Бхагаван сказал: «О, Джагадиш, когда ты будешь нести меня, я стану настолько легок, что ты можешь просто взять меня и нести с легкостью. То есть, как ты меня понесешь, это уже мое дело. Важно лишь твое желание». И вот Джагадиш Пандит привязал с помощью ткани Джаганатха к палке, к палку поместил нас на плечо. В общем, стал легкий, как пенопласт. И вот он привязал какую-то ткань, потом туда Джаганатха поместил, так, ну как сумка такая. Сама из этих, из куска ткани получилось. И пошел таким образом. И Джаганат еще условия поставил, что если ты меня где-то поставишь, то там я останусь. Должен за раз меня взять и донести до туда, куда, куда тебе надо, как Гавардхан тоже поставил такое условие Пуластириша. Согласился, если Джаганат. Ну вот, уже почти дошли до Майпура, до километров 50 или меньше даже. И Джаганат Пандит увидел Гангу, решил принять омовение, предложить какое-то подношение Джаганатху и идти дальше. Но как он поставил Джаганатху на землю, то уже не смог его поднять. И когда он просил его подняться, то Джаганат сказал, я тебе сказал, что если где-то меня поставишь, то там я останусь. Но нечего было делать, как остаться там и служить Джаганатху. Это место в Чагде оказалось, и Махарадж говорил множество харикатхи на Бенгалии, в том месте, где этот Джаганат, там есть храм сочетания Гаудиматха, в том месте, там этому Джаганатху поклоняются. Это Шрипад Джагадиш Пандита из Джаши. It is in Chagdam, within Chagdam. This place is Jagadish Pandit Sipa, and this place is Mahesh Pandit Sipa. Same Chagdam. Here, at the, almost at the bank of Ganga. Еще там есть место Махеш Пандита, там совсем рядом, где-то полтора километра. Место, где жил Махеш Пандит, брат Джагадиш Пандита. Они оба вечные спутники Гауранги. Гауранга Махапрабху очень часто. Он посещал Чагду, Джаганатха и Нитянанда. Вместе с Нитянанда они совершали санкиртан утсав. И вот Махапрабху достаточно часто посещал это место, совершал санкиртану, а жену Джагадиш Пандита звали Дукхини.
она очень любила Гуранга Махапрабху с таким огромным чувством, что не могла терпеть разлуку с ним. And very often Mahaprabhu used to do Sankirtan Utsav and Dukhinima used to cook. Dukhinima used to cook. И вот во время этих праздников жена Джагадиша Дукхини, она готовила. И Гуранга Нитьянанда, они принимали прасад с ее рук. Однажды после принятия саньясы, когда Махапрабху хотел отправиться в Нилачала, и вот Дукхини, она не могла потерпеть эту разлуку. Она сказала, я не смогу потерпеть разлуку с тобой. Она начала плакать. И в итоге Гуранга Махапрабху дал ей Виграху Гора Гопала. И вот Махапрабху, он отдал эту виграху ей и сказал, что помни, что я нахожусь здесь в форме Горгопала, я буду принимать прасад и все другое, что ты предлагаешь мне. И вот Дукхинима тогда отпустила Гуранга, чтобы он продолжил свой путь в Пури. Такой же случай произошел в Амбикакалне с Гуридас Пандитом. И тогда очень часто наша Дукхинима, она видела Махапрабху в этих божествах. Она видела присутствие Горгопала там, и она видела, что эти божества не отличны от самого Махапрабху. Она видела это все благодаря ее преданности и Джагадиш Пандит. Кави Карнапур в Гора Ганадеш Дивике. И в этой книге говорится, что Джагадиш Пандит, Хираня Джагадиш, он Джагик Патни, один из этих жен браманов во Вриндаване. И вот эти ягик браманы и жены, они вот стулилы. И еще говорится, что он Чандрахас, он танцовщик, один из друзей Кришны, который в Кришна-лиле танцует. И вот его имя было Чандрахас, и он явился в форме Джагадиш Пандита. И что сказать еще? Сегодня тот день, когда Джагадиш Пандит оставил нас. Он оставил этот материальный мир. И таким образом мы помним о Джагадиш Пандите, о его вечной лиле, и в то же самое время у него есть вечная сварупа в Кришна-лиле. И сегодня день ухода Шрилы Джива Госвами Пада. Он вечный спутник Гуранги Махапрабху. В Гора-лиле мы знаем, он Джива Госвами Пад, и в Кришна-лиле он Виласа Манджари. В Гора-лиле мы знаем, он Джива Госвами Пад, а в Кришна-лиле
Он известен как Виласа Маджари, вечный спутник Кришны. Это не шутки. Джива Госвами Пад, его слава распространилась по многим мирам, настолько великим преданным он был. Мы не можем объяснить всю его славу. После Санатана Госвами Пада и Рупа Госвами Пада, после того, как они оставили свой предыдущий дом, отец, также отец Дживы Госвами Пада, Анупам его звали, и брат Санатана Рупа Госвами Пада, их младший брат Анупам, отец Дживы Госвами Пада. Он тоже был домохозяином. Он тоже с Рупой путешествовал по многим святым местам, с Рупой Госвами Пада, и в итоге оставил свое тело. Когда они шли в сторону Бенгала, чтобы решить какую-то денежную проблему, они в общем, они хотели собрать все свои деньги по дороге и пожертвовать брахманам вайшнавам, но чтобы использовать эти деньги для служения. Рупа Госвами Пад из Вриндавана с Анупамом, они пошли пешком. В то время транспорта не было. И вот Анупам где-то по дороге около Аллахабада оставил тело. И Джива Госвами Пад, он решил. Bakla Chandadeep. It is that time that the kingdom, I mean the palace of the king of Bengal, Bhushensa. King of Bengal, Bhushensa was that day, that place. I went there. When I was only 5-6 years old. Hussein Shah был царем Бенгала. Махарадж там был в детском возрасте вместе с родителями, и там в то, там был Фарака Бридж, это, ну, в общем, это дамбу с Фараку строили, давно это было. И это было царство Хусейн Шаха, царя Бенгала, и рядом Баклачандари деревню, она очень важная. И даже сейчас, если посетить ее, можно найти там Гупта Вриндаван, такой скрытый Вриндаван, который был основан Рупой Санатаны. Это в Северном Бенгале. Даже сейчас ее можно найти. Рупой Санатана, они установили там божество Мадан Махана и прочих. Это важное место. И после Рупы Санатаны, как они ушли, оставили свой дом, Джива Госвами Пад почувствовал себя беспомощным, отец его умер. И он был достаточно в молодом возрасте, и он тоже решил оставить дом. Но мать не позволяла ему уйти. И он сказал матери, что пошел получать образование в Навадвипе. Навадвипа в то время было очень популярно, как Оксфорд сейчас. То есть это было, он буквально был Навадвипой Англии. Ну, таким очень знаменитым местом для получения образования.
Митхила, место явления Ситы, жены Рамачандры в Джанакпуре. Это тоже было очень важное место образования, но главное это было Навадвипа в то время. И вот Джима Госвами потом получил разрешение от своей матери, чтобы пойти получать образование в Навадвипе. И все согласились и отпустились его, и он, испытывая огромную боль разлуки с Махапрабху, он пошел в сторону Навадвипа. И в то же самое время Нитьянанда Прабху, он пришел из Карды, Карандаха, рядом с Барикпуром, там такое место. Это Шрипад Нитьянанда Прабху. Нитьянанда Прабху, он пришел там в дом. Там Матхио Госвами Махарадж находится. Нандачари Бхаван. И вот Нитьянанда пришел с этой Кардахи в Нандачари Бхаван. И вот Нитьянанда произнес, я думаю, что Джива придет сегодня. И какой-то преданный сказал, о Прабху, Джива вот пришел, стоит у ворот, позовите его. И Джива Госвами зашел, поклонился Нитьянанде. Джива Госвами уже встречался с Гуру Нитьянанде чуть ранее. Нитьянанда, он же был в Адхут-саньясе. В Чайтанья-чаритамрите описывается, что Рупа-санатана перед тем, как оставлять свой дом, они встретились с Гуру Нитьянандой. Гуранга Махапрабху. То есть Махапрабху, когда он шел во Вриндаван, он пошел через Северный Бенгала. Почему? Специально для того, чтобы встретиться с Рупой Санатаной по дороге. И в то время Рупа Санатана, они работали в мусульманском правительстве и не могли так открыто прийти. Поэтому ночью они переоделись в простую одежду, как нищие. Они пошли к Махапрабху. И ночью Нитьянанда Гуранга Си Чайтанья Махапрабху, в то время он уже принял саньясу. И вот они пришли, поклонились им. Джива Госвами Пад был ребенком еще в то время. И с Рупой Санатаной, с Анупамом, и Джива Госвами с ними пришел, он был малыш. Джива also paying dandavat
И вот все они поклонились Гуру Нитянанде. И Джива Госвамипад уже встречался с Нитянандой, когда он был ребенком. И Джива Госвамипад, вот он потом впоследствии пришел в Бенгалу, чтобы встретиться с Нитянандой. И вот он поклонился его лотосным стопам и расплакался. И Нитянанда, он поместил две свои лотосные стопы на его голову. На голову Джива Госвами. Джива Госвами обнял его и сказал: «Не беспокойся, ты должен отправиться в Вриндаван, поскольку Рупа Санатана все, кто нет». Махапрабху дал нам указание отправиться в Вриндаван и служить там. И тем временем ты должен зайти в Варанаси, чтобы встретиться с одним преданным. Он живет в Варанаси вместе Майавади. В Варанаси много преданных жило. Тапан Мишка, например, по указанию Махапрабху еще давно, когда Махапрабху еще не был в саньяси, а был в положении домохозяина, Махапрабху, когда шел во Вриндаван через Бангладеш, он там, ну, в смысле, через ту территорию, которая стала Бангладешем сейчас, и вот он зашел в Варанаси также. И таким образом Тапан Мишра жил в Варанаси. И вот Мадхусудан Сарвабхаума, его имя, великий пандит. Такой великий пандит, что невозможно таких найти сейчас. Мадхусудан Сарвабхаума, кто он? Мадхусудан Сарвабхаума, он ученик Сарвабхаума Бхаттачарьи. Мадхусудан Бхаттачарьи. Он великий пандит, он жил в Варанаси, но он ученик Сарвабхаума Бхаттачарьи, и не только это, также после того, как он обрел милость Сарвабхаума Бхаттачарьи, и после того, как Сарвабхаума Бхаттачарьи получил полную милость Махапрабху в Нилачале, там он услышал обсуждение, объяснение Веданты от Махапрабху. И вот когда Сарвабхаума Бхаттачарьи был успешен в том, чтобы услышать Гауди Веданту, он смог понять даршан Гауди Веданты по милости Махапрабху. И после этого Сарвабхаума Бхаттачарья, он дал всю Гауди Веданту. И вот он дал полное знание о Гауди Веданте этому Мадхусудану Бхаттачарье, и тот стал очень сведущим в Гауди Веданте. И вот Нитянанда Прабху, он не Нитянанда дал ему указание, чтобы тот отправился во Вриндаван, но зашел в Варанаси, чтобы изучить Гауди Веданту от Сарвабхаума Бхаттачарьи.
Но перед этим, Нитьянанда Прабху, он взял Дживу, он взял Джива Госвами Пада и показал ему Гуру Мандалу. И под руководством Нитьянанды Прабху Джива Госвами Пад, он был успешен в том, чтобы завершить Гуру Дама Парикрама. И после этого Нитьянанда благословил его. И по пути во Вриндаван, он проходил через Варанаси, нашел Сарвабхаума Бхаджаспати, поклонился ему и сказал, что по указанию Нитьянанды я пришел к вам, чтобы изучить Гауди Веданту. Мадхусудан Бхаджаспати был очень счастлив, что он получил общение этого Джива Госвами Пада. Мадхусудан Бхаджаспати, он сразу понял, что Джива Госвами Пад необычайно разумен. И он запомнил все, что говорил этот Мадхусудан Бхаджаспати, Веданту, и логику, и все остальное. И вот когда он изучил все, он попросил разрешения отправиться во Вриндаван, чтобы присоединиться к Рупе Санатане. И там он, после того, как пришел во Вриндаван, начал свой баджан там. И он получил посвящение от Шрила Рупа Госвами Пада. У них не было никаких мыслей о каких-то материальных, телесных отношениях. Во время явления Шрила Прабхупады я расскажу, как думал Шрила Бхактивинода Тхакур о Шриле Прабхупаде. Наоборот, они никогда не придавали значения какому-то телесным родственным связям. Нет. Был Рупа Госвами, Джива Госвами Виласа Манджари в духовном мире. И Джива Госвами Пад, когда он достиг Вриндавана, он принял прибежище лотосных стоп Джива Госвами Пада, Рупа Госвами Пада, и служил Гурудеву, поскольку без служения Гурудеву, без совершенного служения, никто не может обрести таттва-гьяну. Никогда не было никаких случаев, когда кто-то мог обрести таттва-гьяну без служения Гурудеву. И Джива Госвами Пад служил. Он приносил воду из Ямуны, собирал под влиянием Мадхукари, готовил. И таким образом они поддерживали свою жизнь, так или иначе. Я тоже занимался этим, я знаю вкусы баджана, я не говорю вам о какой-то ложной философии, нет. У меня есть такой опыт, такого баджана, как я совершил баджан, не имея ни копейки денег в кармане. Я жил на подаяние с домов браманов. И ел только там буквально две чапати в сутки. И не могу забыть этот прекрасный опыт. Когда мой ум, слабый ум хочет что-то сделать не то, я вспоминаю об этом, это помогает мне.
Везде читал Махабхарату и прочие писания. Если Бхагаван послал мне два чапати, я принимал их, если нет, не принимал, так как ничего было. И я совершаю баджан так, по указанию Шрилы Прабхупады. В то время я не совершал ванисеву, поэтому было немного по-другому. И Джива Госвами Пад, он служил Рупи Госвами таким образом. И летом он омахивал апахалом. Рупа Госвами Пад пишет, и Джива Госвами Пад. А он писал, Джива Госвами Пад омахивал апахалом. Не было из воды, он приносил воду с Яманы. Однажды Валабхачарья пришел. И вот он был домохозяином, у него было несколько сыновей. Битулнат был младшим. Он впоследствии стал настоятелем храма Синадха в Натха-дваре, который находится. И все ответственность за служение Синадху. Синадх в то время был в Мадхуре. И это служение было дано этому Битулнатху, сыну Валабхачарьи. Валабхата случайно пришел и узнал, что Рупа Госвами там. И он видит, Рупа Госвами Пад пишет какую-то книгу. И они знали друг друга. И Валабхачарья спросил, что ты пишешь? Валабхата спросил Рупа Госвами Пада. Он поклонился, тот был старше, потому что и спросил. И вот когда Махапрабху был в Аллахабаде, в то время Рупа и Джива Госвами Пад. И вот они отправились в дом Валабхаты в Арай, в Граме в Аллахабаде, ну, когда они там были. Они знали друг друга еще давно достаточно. И вот тот спросил, что ты пишешь? Рупа Госвами ответил Расамрита Сингху, что он пишет. А тот сказал, что могу отредактировать после того, как напишешь. Рупа Госвами не сказал, что хорошо. А когда Джива Госвами Пад услышал такие слова, он опечалился, поскольку Рупа Госвами Пад, он вечный спутник Гуранги, не может быть никаких ошибок в его книгах, и что толку их редактировать. И Джива Госвами Пад подумал, что это какое-то неуважение со стороны Валабхаты, и когда тот пошел принимать омовение в Ямуне. Тот Джива Госвами Пад, он очень разумен был. Сказал Гурудеву, что воды нету, нужно пойти набрать. Хотя цель его была не набрать воды, а поговорить с этим Валабхабатой. И вот он взял горшок для воды и пошел принести воду с Ямуны. И заодно поговорить с этим Валабхабатой, который так себя вел с такой гордостью. И вот он спросил его, что же неправильного вы нашли в книге моего Гурудева, что вы предложили свои услуги по редактированию. И Валабхата был шокирован. Что за вопрос? От такого маленького человека, как можно ожидать таких вопросов? И то он спросил, что же там конкретно неправильно, что вы хотите отредактировать свою книгу. И вот в Валабхате
И вот начали они обсуждать шастры. И вот минут 10 они обсуждали. И Валлабхатта, он понял, что он необычайно разумен и такой вес, видео, такой талант. Очень редко можно встретить в ком-то. И, в общем, они пришли к какому-то компромиссу, что тут не будет ничего редактировать. И вот Дживагасвами набрал воду с Ямуны и пошел назад. И Валлабхатта тоже пришел в Баджан-кутир. Рупа Госвами падая, сказал, что кто этот вот тот мальчик, который тут был, живет с тобой? Рупа Госвами пад понял причину, по которой тот спрашивает. Сказал, что тут его родственник в моем прежнем доме. Он был вот племянником, а сейчас он мой ученик. И действительно, и тот ушел. Рупа Госвами пад понял. И с сегодняшнего дня ты не можешь жить со мной, я не хочу видеть твоего лица, уходи куда хочешь. Джива Госвами пад расплакался. В таком малом возрасте Рупа Госвами пад отругал его. Ты принял в таком слишком раннем возрасте отреченный уклад жизни. Ты не достоин этого, не созрел еще для того, чтобы принять отреченный уклад жизни, поэтому уходи. Ты не можешь потерпеть даже, что старший Валлабхатта, он хочет отредактировать мою книгу. Ты даже этого не мог потерпеть. Поэтому уходи прочь. И тот расплакался. Вот Гурваштаки такие стихи есть, что и вот Джива Госвами пад расплакался, но Рупа Госвами пад все равно его выгнал. И вот тут ушел, постился день за днем, очень стал худым, был на волоске от смерти буквально. Такая плачевная очень ситуация была. Джива Госвами пад был необычайно красив, но если кто-то бы посмотрел на него, они бы поняли, что он не с этого мира. И вот он постился, постился. Долгое время он чувствовал огромную разлуку с Гурудевом. И вот он отправился в Байгаун, это место во Вриндаване, где Нанда Махараджа похитили. И вот Нанда Махарадж пошел принимать омовение в неположенное время. В Ямуне было около 2 часов ночи. Слуги вороны оскорбились и похитили его. Нанда Махарадж начал звать Кришну, чтобы тот спас его. И поэтому это место Байгаун от слова «бай» — страх. «Бой» — страх, значит.
Why many fear? Why now? All Brajavasi requesting Jiva Goswami, Baba. И вот Враджаваси, они просили Джива Госвами Пада что-то поесть, но тот все равно постился. Враджаваси, они очень любят и уважают саду, поэтому пытаются как-то помочь. В общем, какой-то баджан-кутирму там организовали. Приносили еду, но тот не ел, он постился. Однажды Враджаваси надавили на него, тот несколько фруктов съел, но и дальше постился очень ослаб. И говорится, что там... И вот находясь в этом Байгауне, рядом с Бихарваном, и вот Джива Госвами Пад, он написал там Шата Сандарбху. Шесть сандарб он составил в том месте, и также Сарва Самбадини Тику. Значение Бхагаватам он написал все вот эти важные книги, он там составил в том месте. И тем временем, по воле Гуранги, Санатан Гасай, он ходил, совершал парикраму по Вриндавану, в Раджамандале, он проходил там мимо, и какие-то Враджаваси, Санатан Госвами всегда так путешествовал по Вриндавану, и все Враджаваси, они его знали со всех сторон, они знали Санатану. Даже дети знали, называли его Бари Баба. И даже меня там знают и помнят, хотя я мог там 10 лет не быть. Они все равно помнят в тех местах, где я раньше был и находился какое-то время. Что говорите о Рупе Госвами? И Санатан Госвами совершал эту чораси грош парикраму, и Враджаваси очень радовались, видя его. И вот, когда Санатан Госвами достиг того места, то все дети начали говорить, что тут какой-то новый саду пришел, но ничего не ест, постится, ни воды, ни еды не пьет. И где же он? Я хочу видеть его. И вот по описанию, услышав описание, он подумал, что это, наверное, Джива. А он как-то узнал, что Джива выгнал Санатану, и, точнее, Рупа выгнал Санатану, то увидел его, расплакался, обнял его и сказал: «О, ты тут, что случилось? Тут не мог ничего рассказать, Гурудев выгнал меня. Хорошо, пойдем вместе». Санатан сказал: «Пойдем вместе к нему». И после этого Санатана Госвами, Джива Госвами
они пошли, Джива Госвами спрятался за деревом на всякий случай. И вот Санатана пришел к Рупе Госвами, подумал: «О, вы пришли, да». Он назвал его Гурудевом, а не братом, поскольку Рупа Госвами получил посвящение от Санатана Госвами. И Санатана Госвами спросил: «Дживадоя» — это понятие, эти слова, милость к дживам. Эти слова должны быть только в книгах или в практической форме. В нашей жизни что-то имеешь в виду? Я имею в виду дживадоя, сострадание, милость к живым существам. Они в книгах только или должны быть, или также в практической форме в нашей жизни. Я хочу сказать, что джива плохого сделал, за что ты его выгнал. И Рупа Госвами сказал, что да, неправильно. Это обязанность ученика защищать положение и славу своего Гурудева. Сейчас я покажу вам Сиддханту Санатана Госвами. Вот он сказал, что это обязанность ученика. Прославлять своего Гурудева. Ученик не может потерпеть, если кто-то говорит какую-то ересь про Гурудева. И что плохого сделал, если Валабхабата так сказал, что может отредактировать твою книгу, он ее спросил, какие конкретно ошибки, недостатки тот там нашел, что плохого в этом. Джива просто спросил, что же за ошибки вы видели в книге моего Гурудева, что захотели ее отредактировать. Что за ошибку совершил Джива Госвами Пад. И вот от Джива Госвами Пад, и вот Рупа Госвами, он принял, сказал, что действительно неправильно поступил, и принял Джива Госвами опять к себе. Но эта тема очень обширная, поэтому мы закончим на ней. И после того, как Рупа и Санатана ушли с этого материального мира, Джива Госвами потом стал председателем Вишвавайшнава Раджа Сабхи. И в то время я уже объяснял, что во времена Шрилы Прабхупады Махарадж объяснял, когда он говорил о Шриле Прабхупаде, о обязанностях и подлинной сути Вишвавайшнава Раджа Сабхи. Сейчас, к сожалению, от него одно название осталось. И он был очень важным человеком во всем Вриндаване. Все выражали почтение ему, следовали его словам. После того, как Рупа Санатана ушли из этого мира, я не буду об этом подробно говорить, чем надо побольше Шринивасачарья. И Наротам. Махарадж потом расскажет, что с ними случилось, и их татву сейчас некогда. И вот эти три сокровища Шринивасачарья, он олицетворение Гуранги. Наротам Такур, он олицетворение Нитянанды. И Шьямананда Прабху, он олицетворение Адвайта Гасая. Вы знаете об этом, не каждый знает. И опять после того, как Гуру Нитянанда ушли из этого мира, они
взяли на себя обязанность проповедовать Гаудия Даршина Вичара, учение Шримана Махапрабху по всему миру, поскольку учение Шримана Махапрабху значит это вся философия, которая описана шестью Госвами. Хотя то, что учение и книги шести Госвами это не что иное, как объяснение Шикшаштаки Махапрабху. То есть все Госвами, не только этих шести Госвами и всех остальных подлинных Госвами, это не что иное, как объяснение Шикшаштаки Махапрабху. Это такое обширное объяснение учения Махапрабху в форме, которое в сжатом виде явилось в форме Шикшаштаки. И Джива Госвами Пад в итоге он дал указание этим трем сокровищам Шринивас Ачарья. У него был титул Ачарья. Джива Госвами Пад дал ему этот титул Наротам Такур. Такур этот титул ему дал Джива Госвами Пад. И наш Шьямананда Прабху. Этот титул тоже Джива Госвами Пад ему дал, и в итоге Джива Госвами Пад он дал указание этим трем преданным, поскольку долгое время они находились с Джива Госвами Падой, изучали Гауди Даршан и все остальное, и Джива Госвами Пад, он их гуру. Хотя они уже получили посвящение у каких-то своих соответствующих гуру, но все же они всем сердцем верили, что Джива Госвами Пад — это их гуру, поскольку гуру Таттва, она неделима, едина и неделима. Они изучили всю мистерию Баджана, всю Сиддханту, и после этого, спустя долгое время, они три, находились с Джива Госвами Падом и изучили все. И после этого Джива Госвами Пад дал указание, он, чтобы они шли в Бенгал, Варицу и проповедовали о учении Гуранги, о книге Госвами. И вот они взяли книги, погрузили на обычную упряжку по милости Джива Госвами Пада. И вот они поехали проповедовать таким образом. Тем временем эти манускрипты были украдены этим, в общем, украдены одним этим царьком местным. Когда Джива Госвами Пад узнал об этом, Джива Госвами Пад, когда узнал, что все эти манускрипты украдены каким-то разбойником, то воля Кришны наверняка в этом есть. Потому что кому, каким разбойникам нужны эти манускрипты, что с ними делать? И вот был какой-то местный царек в этом, в Бакуре где-то там он был, днем он вел себя как вайшнав, а ночью разбоем занимался. История долгая достаточно. И вот в итоге, по милости Гуранги, этот Бихрамбир Раджа, он получил возможность
услышать Бхагаватам от Шринивас Ачарьи. И это было... И благодаря этому он, его сердце изменилось. Он захотел оставить всю свою греховную деятельность и сказал, что я украл ваши книги и вернул все манускрипты. И принял Шринивас Ачарью как своего гуру. Махарадж был в том месте, где тот получил посвящение, там Виграха Мадан Махана. И там он получил посвящение, хотя до этого был этим Гундой, разбойником. Потом стал преданным и под влиянием Бихрамбираджи. Бхакти, преданность, она распространилась по тому месту. И учение Махапрабху было достойно проповедовано. И таким образом Джива Госвамипад, он был наивысшим, он был лучшим гуру во всем Вриндаване. И даже в царе Индии в то время Акбарваца, он был мусульманом по рождению, но потом он разочаровался в мусульманстве. И просил что-то взять у него рупу. Точнее, это раз Дживуга с вами просил что-то. Ну, в общем, просил какое-то служение ему дать. В то время писали на этих пальмовых листьях. И Дживуга с вами сказал этому царю, если хочешь что-то, да, и принес. Ну, какие-то книги из Варанаси можешь мне привезти, бумагу, чтобы книги писать. Это так Барбаса просил приехать к нему в дворец, чтобы рассказать о том, что лучше. И Ганга или Ямуна споры долгое время шли на эту тему, что же лучше, Ганга или Ямуна. И Джива Госвамипад сказал, что никуда не поеду. Не могу там ночевать у тебя. Но Акбарваца пообещал, что ночевать не надо. Я тебя быстро отвезу туда-обратно. То есть тебе не нужно ночевать вне Вриндавана. Я построю дорогу хорошую и найму быстрых лошадей. Они тебя утром туда отвезут, вечером уже будешь во Вриндаване. И вот, в общем, организовал это все. И поехал в столицу его. И Джива Госвамипад сел на почетное место и говорил о Харикатху и утвердил, что Ганга и Ямуна, несомненно, обе прекрасны. Но все же Ямуна, она Патрани, она царица Кришны. И в этом смысле Ямуна более важна. Ганга, конечно, она тоже очень важна, никто оскорблять ее не собирается, но Ямуна более важна, поскольку Расалила явилась на берегу Ямуны, но в Каликалу на берегу Ганги Махапрабху явил свою лилу, поэтому это тоже важно, особенно здесь, Ганга, в Навадвипе, где Махапрабху совершал санкиртан расу, она тоже очень важна. И таким образом Джива Госвамипад, он Татвачарья. Если вы будете говорить об Ачинте, Абхьеда-Абхьеда-Татве, о Раса-Татве, то это займет месяцы времени, поэтому на сегодня конец. Дурга ме пати ме андашо скалата падагатер муху, кипая шаджашти данена,
Джива Госвами Пад, он защищает нас от сиддханты Вирода, от неправильной сиддханты, от всех проблем, которые вокруг происходят. Джива Госвами Пад защищает нас, это моя молитва лотосным стопам. Я не хочу денег, славы, положения. Я только прошу защиты у него от неправильной сиддханты. И Джагадиш Пандит тоже прошу милости у него, чтобы совершать баджан и обрести милость Гауранги. Извиняюсь, что не смог более подробно рассказать. Время ограничено. Сиддханта, она подобна океану, по крайней мере, что-то сказал. Также кому-то холодно в это время.